Более 50 многодетных матерей Кабардино-Балкарии награждены медалью «Материнская слава» за достойное воспитание пятерых и более детей. Указ об этом подписал глава республики Арсен Коноков. Среди награжденных представительницы всех городов и районов республики, две из них, Людмила Сальмакова и Халам Готлова, вырастили по 10 детей. Миссия, которую взяли на себя многодетные женщины, неоценима. И государство сделает все возможное, чтобы поддержать их, неоднократно подчеркивал Арсен Коноков. Церемонию награждения глава КБР ежегодно проводит лично. Напомню, медаль «Материнская слава» учреждена 6 лет назад. К ней прилагается денежная премия из расчета 10 тысяч рублей на каждого ребенка. А женщинам, воспитавшим 10 и более детей, дарят микроавтобус. Напомню, что награждение медалью «Материнская слава» проходит ежегодно.